Государственная итоговая аттестация в России стартует 27 мая. Первые дисциплины – литература и география. Среди нововведений этого года – экзамен по китайскому языку, использование компьютерной формы для ЕГЭ по информатике. Кроме того, теперь школьники смогут выбрать один уровень по математике – базовый или профильный, как того требует ВУЗ. На каждом пункте приема экзамена в Одинцовском округе будут дежурить медицинские бригады и сотрудники полиции. Обеспечение бесперебойного высокоскоростного интернета и электроэнергии глава муниципалитета Андрей Иванов поручил телерадиокомпании Одинцова и филиалу Мособлэнерго. Все экстренные службы округа будут работать в режиме минутной готовности до окончания последнего в этом учебном году ЕГЭ 1 июля. Во время проведения аттестации вблизи пунктов приема экзамена строительные и шумные работы под запретом. Любой звук может отвлечь школьников от заполнения материалов. Также в повестке дня итоги комиссионной проверки детских оздоровительных лагерей. Всего на территории округа их 5. До старта летней кампании осталось чуть больше недели. Нам, безусловно, как органам власти, очень важно проконтролировать, чтобы в полной мере были обеспечены безопасность, комфорт, качественное питание и, конечно, медицинское обслуживание. 4 загородных лагеря по итогам проверки уже получили разрешение на работу. Это «Радуга» в деревне Пронская, «Искра» в Сватово, пансионат университетский, а также «Орленок» в Звенигороде. В ближайшее время будет проверен и лагерь настоящих героев в парке «Патриот». Этим займется федеральная комиссия. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».